Всем привет, друзья! Как всегда, версия игры у нас 0.3.0.3.16. Сможете скачать пираточку в разделе ссылки в группу у меня, да? Ссылочка на группу есть под видео на канале. Значит, сегодня у нас бывший приватный мод от Сереги Пасечника. Посплевали все нахрен. Значит, сейчас сделаем звук потише. Галочку для скриншотов уберем, чтобы ничего не читало. Поедем на полигончики, посмотрим автомобиль нами. Ссылочка на автомобиль будет также, ребята, под видео на канале. Так. Буквально тут недавно его слили. Сейчас мы его найдем. Вижу, он есть. Ага. Вот он нами. Сам, ребята, не катался еще на нем, Серега не давал его на обзор, что-то как-то до него руки не дошли. Ну, вот теперь давайте все-таки его прообзорим. Офигенный аппарат, ребята, вот этот крокодил. Свои, ребята, у него колесики есть, значит. Давайте колеса посмотрим. Увеличенные фигурки такие. Арки. Давайте поедем на стандартных, вот на этих колесиках, наверное, я думаю. Посмотрим сейчас аддончики. Нами борт. Вот такой. Ага, ребята, у него складывающаяся рама. Вот он еще. Поэтому такой бортик короткий. Давайте его заведем. Вот такой вот у него звук. Вид из салона. Сейчас давайте посмотрим. Ага, зиловская. Приборка такая у него. Камера все зафиксирована, все. Ржавая такая, прикольная. Давайте попробуем его загрузить. Ага, тут стойте, запаска есть. Так. Запаска. Давайте поставим запаску. Бац. И проедем сразу. Вот это чудовище. Ха. Серега молодчега, офигенный зверюга. Долго он, кстати, ребята, в привате висел. Все-таки вот кто-то его умудрился слить. Все-таки. Конечно, еще раз повторюсь. Полностью поддерживаю мододилов за свою работу. Вот такие прекрасные моды. Они, конечно, должны получать деньги, приватные моды. Ага. Все, он, ребята, грузится. 2 очка загрузки. Должны, ребята, получать, потому что это не 5-минутное дело, как бы люди долгое время сидят над ними там, мучаются целыми днями и ночами, да, а кто-то какой-то товарищ берет их и сливает. Так, ну ладно, давайте борт мы скидываем, да. Так, тент. 2 очка, ребят, загрузки. Такой тентик свой. Номерочек такой блатной. 3 семерочки. 3 топора их обычно называют. 77-й регион, да? Москва. Нами трейдер. Что надо? Сцепку. Ага, со сцепкой еще. Так, сцепка. Ух ты. Ёперный театр. Вот это, блин, дела. Вот это, блин, сарайка, ребята. Охренеть. Вот это у него размеры. Что он им делает-то? Гараж надо открывать. Что-то я не глянул. Так, нами. Ух ты, ёкарный бабай. 6 очков гаража. Емкость топлива 600 литров. Достойно вообще. Ага, так, тут у нас 1200 топлива, 1050 ремонта, 4 очка загрузки. Ну-ка, давайте посмотрим. Средний регион, ребята. Ага. Ой-ой-ой. Как-то тут немножко не того. Прицепить. А, все, вот просто кривоват прицеп стоял. Да, прикольно, ребята.
все это выглядит прикольненько. Ой, что нажал не тут. Давайте сделаем такой скрин. Свет вырубим. Давайте вырубим. Прикольный такой аддончик. Ну и все остальное, ребята, идет по дефолту, да, у нас. То есть можно дефолтные все хернюшки прицепить. Тележки. Вот еще цистерна на горах можно открывать. Да, прикольный мод. Давайте. Давайте возьмем вот этот сарай, наверное, с этим сараем и прокатимся. Так, все, запаски, не запаски. Вот такой своеобразный модик от Сергея Пасечника, ребята. Ссылочка будет на мод под видео на канале и в группе. Был долгое время, ребята, в привате данный мод. Тоже офигенные звуки. Серега молодец. Вот обалденнейший такой крокодилище, охренеть. Просто зверь. Ух ты. Вот это рама складывается. Вот это драндуля. Все присутствует, ребята, анимация карданов, брызговичков. Это, блин, драндуль. Монстр. Это реально монстр, ребята. Ну, ему такой прицеп тащить вообще, знаете, как пушинку, но тащит такую. Охренеть. Ну, своеобразное, ребята, управление за счет складывающейся рамы, конечно. Ну, смотрите, как он парит. Вот это, блин, конечно, драндулет. Если там, ребят, какие-то недоработочки, конечно, обращайтесь к Сереге. Серега, я думаю, там за одну сумму все там подправит, может быть, что-то доделает. Так как он является автором мода, я думаю, что если что-то вас будет интересовать, то, конечно, все вопросы к Сереге. Серега, я думаю, поможет. Да и кому-то, если что-то нужно на нем доработать, то это однозначно к Сереге. Как автору ему виднее, что-то прилепить там, что подделать, что подправить. Ребята, слили такой приватный автомобиль. Классный, конечно, вообще автомобильчик. Вчера буквально с Серегой разговаривал. Серега, конечно, весь расстроен, что говнюки всякие сливают моды. Ну, что поделать, как говорится, таких товарищи у нас хватает. Так что, Серега, сильно не огорчайся. Понятно, что, конечно, неприятно это очень сильно для тебя. Ну, блин, что делать? Надо аккуратнее быть с выбором. Значит, еще раз, вот, благодаря таким людям, вот потом авторы либо перестаю делать моды вообще, либо очень тяжело будет потом автора убедить продать кому-то незнакомому, например, да, приватный мод. То есть очень уже тщательно будут теперь мододелы по поводу продажи модов уже и отслеживания, чтобы потом узнать, кто слил там, как. Ну, как говорится, откуда камень прилетел. Да, вообще, ребята, машинешка, конечно, зачет.
Ну, был самый дорогой мод, ребята, вот, у Сереги, по-моему, вот, нами. Так что ссылочка, еще раз повторюсь, будет под видео на канале, он уже везде, в принципе, на всех сайтах, во всех группах есть. Я уже, можно сказать, чуть ли не с последнего числа уже его тут обзорю. Вот. Да, мод, конечно, прекрасный. Ну а говнюки они и есть, говнюки они были, есть и будут, по-моему, по жизни. Просто из таких говнюков люди там перестают делать моды, там иной раз и Серега и на общак делал моды, да, сейчас вот человек просто перестанет делать и на общак, и на приват, в итоге потом хера два вообще каких модов мы увидим. То, что автор должен получать за это деньги, так я считаю, это правильно. То, что он приватный мод, такая машина, в принципе. Я думаю, Серега долго над ней мучился, чтобы сделать. Поэтому, естественно, понимаю его прекрасно, что это сделать. Что столько времени убить и какой-то нехороший человек редис, когда его слил за 5 секунд. Ну, как говорится, флаг ему в руки, барабан на шею этому говнюку. Я надеюсь, что Серега не прекратит делать моды такие замечательные. Все-таки мы будем у Сереги лицезреть различные моды. Я думаю, что еще все-таки все устаканится. Ну чего устаканится, уже посливали. Кстати, вот слили, по-моему, 4 мода за раз там в течение там этих последних 4 дней, наверное. Конечно, это, представьте, человек к тому же ездил, работал, да, 2 месяца приехал, а тут такая шляпа, что все такие модики послить у него. Конечно, я тоже, конечно, не то что расстроился, просто был бы зол. Ужасно. Уже даже не знаешь, как Сереге-то чем помочь-то. Как человека, ох, и дрен батон выкинуло со стима, обновление какое-то. Может отвиснет, конечно, хотя я думаю, что навряд ли. Нет, отвисло, смотрите, нормально. Так что, Серега, держись. Ну а говнюки, они есть говнюки. Делаешь, Серега, еще лучше, только смотри, кому даешь его. Есть товарищи, которые у нас совершенно не товарищи, от которых потом, ух ты, блин, у него что-то горючка-то кончается, ё-моё. Что-то я по раскуру-то что-то протамбанил. Блин, ну конечно, вот это дракон. Это, блин, чудовище, а не автомобиль, такой вообще монстр. Охренеть. Да, ребята, вообще мод. Серега, ты молодчага. Мод вообще просто шедевр такой офигенный. Классный. Анимация от троса, по-моему, это, ребят, присутствует тоже даже. Ну какой он вообще танк на колесах, е-мое. Поехали, ладно, сейчас проверим, сейчас этот танк на этих, как и говорят, выбоины, короче. Да, морда уже такая длинная. Ой-ой. Хотя, блин,
4 моста, офигенно. Рама складывается. Я думаю, что на таком автомобиле застрять-то вообще как бы тяжко будет. Охренеть, вот это драндулет. Драндулетище просто. Ну да, ценник у него, ребят, был вот у Серегиных модов, по-моему, самый дорогущий. Вот он был реально, по-моему, рубас стоил. По крайней мере, я это видел у Виторгана в группе, в разделе товаров. Там за 1000 рублей он стоял. Конечно. Это сейчас жесть. Но это я так понимаю, что с учетом выплаты посреднику, Виторгана, наверное, он стоил 1000, а так, наверное, напрямую Сереге он все равно стоил дешевле. Поэтому, по-моему, у Сереги он должен быть примерно 700, если напрямую покупать. Он, по-моему, Виторган берет 30% с подачи его продажи, как бы, с посредничества, да. Так что, ребята, мододелы, вот кому интересно, вот, я вообще ничего не беру, можете обращаться ко мне. Мне будет достаточно просто записать на ваш мод обзор и выложить на вас ссылочку совершенно бесплатно. Так что, если есть, ребята, у кого-то желание прорекламировать или в товары запихнуть мод, да, например, то я это могу сделать вам бесплатно, без проблем, обращайтесь, пишите, с удовольствием вам помогу сделать и рекламку бесплатную на мод, и обзор. Будьте любезны, как говорится, с радостью помогу, совершенно бескорыстно. Мне будет достаточно того, что я запишу обзор на данный мод, и люди будут его смотреть на канале. Дополнительных никаких денег я брать с этого не буду. Будет ссылка прямая на вас, и вы будете сами по поводу продажи своих модов разговаривать с покупателями. Вот. Да, мод, конечно, Серега вообще мод замечательный, просто сделай на зло врагам еще лучше мод. Вот и все, что я могу сказать. Понятно, что говнюки слили, и не знаю для какой цели. Ну, я так понял, что это данный мод был в группе твой у Виторгана, да, и что-то видно с кем-то у Виторгана. Получился, походу, конфликт, потому что, хотя не знаю, если проблема у человека с Виторганом, так вы с Виторганом и разбирайтесь, что вы, блин, сливаете чужие моды. Будет у Виторгана, сам он сделал, как бы, я мог бы еще понять. Причем тут мододелы-то, ребята, это страдают, мододелы страдают. Потом люди, которые эти приобретают моды, страдают люди, которым эти же мододелы делают бесплатные в общак моды хорошие, как бы. Есть у вас конфликт с Виторганом, разбирайтесь, ребят, лично с Виторганом, чего вы сорите-то всем подряд, я этого вообще не понимаю. Весь этот слив, насколько я уведомлен, да, ох, потеряли мы прицеп нахрен из-за этих разговоров непонятных. Теперь мы его хрена два поднимем. Ну и ладно, пусть валяется, мы другой прицепим сейчас. Насколько я вот уведомлен, как бы читал там, да, скидывали ссылку на товарища, на этого, который все это он сливал, или друзья его сливали, или хер поймешь, что там сливал, короче. Что именно из-за Вити там вот этот весь слив пошел, что там кто-то с ним поругался, что-то не поделил, я не знаю, из-за какой там проблемы у них ссора, что все товары виторгановские
обещали там сливать. Там мододелом надо убирать свои моды с его группы, с товаров. Причем тут мододелы, причем тут моды. Хотите разбираться там конкретно с Виторганом, разбирайтесь, что вы всех-то подставляете. Обычный народ страдает из-за этого, да? Обычные игроки. Сейчас вот не будут. Люди мододелать те же самые не будут делать потом моды, да, и обычные игроки наши будут страдать из-за того, что, блин, непонятно из-за чего, из-за кого, да. Хотите насрать, так вы насрите тому, кому надо насрать, как говорится, да. Вы, получается, срете всем подряд. Ну вот, ребят, вот такой получился обзор на автомобиль Нами. Ссылочка на автомобиль будет под видео на канале, ребята. Также будет ссылочка у меня в группе. Проходите, качайте. Спасибо огромное за данный мод Сереге Пасечнику, за его труды. Ну, говнюки пусть остаются говнюками, пусть разбираются с тем, с кем надо, чтобы другие люди не страдали из-за этого, я так считаю. Вот. В принципе. Сейчас страдать будут все остальные игроки, которые, скажем, сидят и ждут бесплатных модов от тех же самых мододелов, которые делают даже приватные моды, чтобы заработать себе хоть какие-то деньги, правильно? Также и делают еще и плюс бесплатные моды. А так с этими сливами сейчас вообще ни хера не будет, скажем, по сути. Вот. Так что, ребята, имейте в виду. И что еще хочу сказать. Будет, ребята, розыгрыш у меня в группе, как будет 2000 человек. Будет разыграна стимовская игра Battlefield Company 2. Так что, ребята, все мониторьте, подписывайтесь в группу, на группу Spintires карты у меня группа, ссылочка там есть моя, потом Spintires, ой, Driver 51 Rus игровой канал основная, да, обязательно подписчиков быть на канал, как только на канале будет 2000 человек, будет разыграна стимовская игра Spintires, ребята, лицензионная, так что подписывайтесь обязательно на канал, на группу, делитесь видео, репостите, ставьте лайки и так далее и тому подобное. Вот. Ну а по поводу слива, я не знаю, там слили, да, обидно, понятно, да. Серега, сочувствую тебя очень сильно. Считай, ты влип там по собой помидоры, 4 машины, считай, ушло приватных. Ну, что поделать. Просто люди, которые хотят вроде с кем-то там разобраться, да, начинают срать и срут совершенно всем другим людям, помимо одного человека, с которым хотят разобраться там в каких-то вопросах, из-за чего тоже непонятно, ну как бы бог им судья, да. Сами ребята со временем мы тут посмотрим, что будет, как будет. Все, всем удачки, всем пока, с вами был Драйвер 51 Рус, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу, будут у нас, ребят, розыгрыши у меня конкретно и по каналу будут, и по группе будет. Так что подписывайтесь, все, делитесь видосами обязательно. Делайте подписки, подтягивайте друзей, ставьте лайки. Все, с вами был Драйвер 51 Рус. Ссылочка на данный мод будет под видео на канале. Еще раз повторюсь, всем удачи, всем пока.